значок из ниток. Вот тут буковки есть. Вот они. Вот прям глазки тут. И леснички вот тут нарисованы. Башка хотела вот, которые и не нарисованы, а которые и высунутые. А я подбрала вот эти. В этом году мы впервые решили провести конкурс на призы городецкого вестника. Конкурс новогодних елочных игрушек. И решили, что участвовать в нем будут ребятишки от 7 до 10 лет, потому что для них, наверное, очень важно что-то сделать своими руками вместе с родителями. Вообще, изначально мы определили, что этот конкурс будет семейным. Даже не ожидали, что откликнется так много горожан, заволжан. Подарков было очень много в редакции. Кабинет у меня утопал просто в детских игрушках новогодних, и у всех создавалось прям радостное новогоднее настроение. Шарик, хрюшка, который воздушный шарик, который добро приносит, сладости деткам. Мы сначала обматывали шарик, потом нитками, а потом склеивали со всех сторон, и за ночь он высох клеем. И мой папа как-то высунул, шарик лопнул из него. Получился такой кружочек. Потом мама дальше как-то сделала. Я не видела. Очень сложно было подводить итоги, потому что игрушки все были очень красивые, замечательные. Часть из них мы отдали на городские елки, что-то оставили себе на постоянную память, потому что очень хочется сделать такой архив праздничных редакционных игрушек. Победителем у нас стала 7-летняя девочка Лиза Горнова. Вместе с мамой они сделали символ года, новогоднюю игрушку «Поросенка». Мне нравится мой Хруша, потому что мы его делали вместе с моей семьей. Я маме помогала. Он сделан из бутылок, из блестяшек, из дисков. И самое сложное было резать диски и наклеивать. Мне нравится свой приз и нравится, как я победила в этом конкурсе. Мне достался планшет. Решили поучаствовать. Сделали хрюшку. Да, старшая дочь назвала ее диско-хрюха, потому что когда на нее падает свет, она вся переливается. Очень рады, что победили. Будем участвовать дальше. Спасибо большое редакции, что организовал такой конкурс. Очень рады.